Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоп. Мы продолжаем играть в игру под названием The Eternal Cylinder. Продолжаем. И вот я тут появился в этой пещере. Если вы видели прошлую серию, то знаете, на чем я остановился. И тут я рисковал, съел, короче, вот это вот семечко съел, новые они появились. И теперь я не потерял свою мутацию, я могу высоко-превысоко прыгать. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас переключимся на кого-нибудь другого нашего персонажа. Засосем себе тоже это вот семечко. Хоп. Так, одно выплюнуть надо. 4. Так, и применим себе ножки вот эти, чтобы мы тоже высоко-превысоко прыгали. Так, у меня теперь еще один попрыгун. Такие ноги. Так, ты у нас и так уже попрыгун, тебе это не надобно. Вот ты одну такую съел, ты уже начал перерабатывать, а не надо, надо сделать прыжок. Главное, чтобы ты только не поменял своей... О, видишь, ты теперь еще и стал у меня прыгуном. Так, у меня есть прыгунчики, попрыгунчики. Так, теперь переключаемся на этого самого, на своего Леонида, Леонардо, и фармим им ресурсы. Во-первых, пробуем от этого все-таки зафармить камушек. Нельзя. Я помню, что в этой пещере было много ресурсов, поэтому я сюда и спустился, чтобы перерабатывать. Все перерабатывать. Так, идем искать их. Подожди, куда это я ползу? Мне сюда пока не надобно, по-моему. Подожди, а что он не может выпрыгнуть у меня? Тихо. Так, аккуратно. Во. Тут мы... Это выход, это наружу выход. А здесь были... Вот тут налево были ресурсы. Помню. Сейчас, бумц, прокатимся чуть-чуть. Вот ресурсы, вот они. Для этого я сюда и пришел. Так, фармим их всех. Засасываем. Засасываем, пылесосим. Плюс вот эту штучку. Нам на переработку эти все камни понадобятся, чтобы у нас была возможность прокачать своих трибумов сильнее. Это надо просто по возможности максимально все выкачать эти все ресурсы. Максимально. Куда камушек? А, у меня максимум их набито. Значит, нажимаем на 2 и съедаем, освобождаем себе слот. Всех подкрепили. Собираем опять. Собираем новые слоты. Так. Если сейчас не будет у меня уже слотов, придется кого-то другого наполнять. Временно. Ими, этими вот камушками. Этими ресурсами. Так, аккуратно, аккуратно. Здесь надо... Ну, жалко, что... Что ты как-то не можешь переключаться между этим прыжком. Ух ты. Ух ты. Скроллингом можно менять еще. Что, зажать надо? Трибумов или способности какие-то меняет? Подожди, что это я поменял? Подожди. Так, нажал. Так, перекрутил. А это что даст? Что-то какое-то видение какое-то особое. То есть это тоже какая-то мутация у него есть. А может надуденье быть. Надуденье. Ага. Слушайте, может мои мутации не снимаются? А может я перепутал раньше? Вот допустим ты. Ты больше ничего. Кроме дуденья ты больше ничего не можешь. А толстячок допустим. Ага, тоже у него какие-то глаза там были. Я нажимаю вон. Нажимаю на скроллинг. Когда я один. Скроллинг. Подожди, подожди. У этого только одна способность. Так, ладно, где мой этот перерабатывающий? Он уже, наверное, немножко подосвободил свои слоты. Идем дальше фармить. Так, интересно, я-то раньше не замечал, что скроллингом там что-то можно перевыбирать еще. Хотелось бы тут все камушки добыть. Опа. Эх, хочу камушки, камушки дайте. Вон там на потолке сколько их. Как их изо всех запылесосить, а? О, кто-то залез. Тук-тук-тук. А я их всех посмывать оттуда. Может, водой стрелять по ним? А ну-ка. Падают вроде бы. Вроде бы сваливаются. Вот так воды не наберешься на них. О, не сыпятся. Я водой их скидываю. Трибумы их там ловит. Фармлю. Ну вода нужна, вода. Вода нужна. Вот тут его, мне сюда, кажется, запрыгивал еще. Как мне туда их допылесосить? Туда. Не выпылесосивается.
Они всегда поливают, все моментально начинают туда лить. По-моему, эти камни мне нереально тут добыть. Уяу. Немножко добывает. В прыжке чуть-чуть. Какой-то бы летающий трибумба мне тут помог. О, еще камни. Ладно, идем пока отсюда. А тут можно набрать воды? О, он пьет. Он напивается воды. Ага. То есть мы тут можем нахлюпаться. В принципе, напиться можем. Так, и тут надо тогда целиться получше как-то. Шланжиком своим. Хоботком. Все равно не попадаю. Струя слишком слабая. Не попадает. Они прыгают прикольно, высоко, но... Но это, видите, не получается мне туда долезть наверх. И тут нигде не цепляется за камушки, за эти. О, один камень задел. На переработочку. Ладно, там была еще одна. Идем воды попьем. Воды наберем. Так. Попробуем пойти еще в другую часть пещеры. Тут мы вроде бы максимально, возможно, легкая, доступная камни добрали все. Все забрали камушки максимально доступные нам. Это выход. А вот вторая часть пещеры была, да? Воды здесь было много. И вот тут тоже ресурса много. Эти вот осколки. У меня их 14 штук уже нафармил. О. Так, а с воды мы не очень хорошо выпрыгиваем. Ой, это же модификатор, по-моему, какой-то. А что он там давал? Так, подожди, кого мы сейчас замодифицируем? Кубика? Не, какого-то такого, который у нас вообще не модифицированный. Вот тебя, наверное. Так, подожди. Ну-ка, бери себе эту штуку. Что это у нас? Это, по идее, переработка. Модификатор перерабатывающих, да? Правильно я понимаю? Какой круг? Это что, переработка? Да, это тоже перерабатывающий. Понятненько. Вот ресурс, то есть неспроста. То есть мы даже если бы там я раньше провтыкал, не забрал бы этот ресурс раньше, то я бы все равно бы здесь бы его взял. Этот модификатор, эту мутацию мы бы все равно бы здесь сделали, в этой пещере. Так, у меня теперь два таких перерабатывающих трибума. Хорошо. И мне единственное беспокоит сейчас, что... Так, я могу тут глубже еще спуститься. Тут я тут смотрел вообще. Ага, да, тут это самое, попрыгунчики. Один вот, одно зернышко появилось для попрыгуна. Кого мы тут? Вот этот плавно прыгает у меня, а ну-ка. Сейчас мы тебя модифицируем, ножки тоже. Ты у нас тоже был попрыгуном. Так, ну, в принципе, главное, чтобы он только кубик не потерял свой. Так, ну у меня большинство теперь прыгает высоко. Можно отсюда, в принципе, вылазить, но запомним, что здесь появляются эти зернышки на попрыгайку. Попрыгайчика на этого. И что мне хотелось бы еще разобраться? Я не спешу в другую локацию переходить. Не хотел бы. Ой, что-то не туда. Только не разбейся, пожалуйста. Мы проголодались, легонца. Ну, пока что не критично. О, вылетели. Вот, мне нужно что-то придумать. Так, здесь мы гуляли. С зимним биомом непонятно мне до сих пор. Так, это что за... А! Это же еще один трибум. А я и не видел яйца. Мы можем тут вырастить тебя? Подождите-ка, это же яйцо. Это же сейчас мы сюда поместим его, по идее. Оп. Так, и что? Гнездышко. Как бы. Нет? Ну не высиживается. Это значит не гнездо. Яйцо нашел, а гнезда нету. Что за ерунда? А я тут нигде гнезда не помню. Гнездо было там раньше, которое мы... Тихо, что-то хрустнуло. О, родился. Нужно больше лидерства. Мы не можем его забрать, потому что у нас лидерства не хватает. Какая печаль. Лидерство у нас в храме качалось. Больше лидерства нужно. Так, что, кстати, аптечка. По поводу еды. Два, оп. Подхаваем. Идем за лидерством, заберем себе трибума. И я хочу туда пойти в снежный биом. Я хочу разобраться, где мне найти эту шерсть. Коварную. Коварную, приковарную шерсть. Так. Для меня он закрыт! Я больше не могу в него зайти, только один раз можно в храм заходить. Я думал, что множество раз. Так же было, значит, так же само было у меня и с этим.
Также такая же ситуация у меня была с предыдущей локацией. Как обидно. Как обидно. Где мне теперь этого лидерства взять? Я не смогу теперь прокачать его нигде. Так, это зимний биом, правильно? Ну, похоже на зиму. Сейчас, если мы туда пойдем, нас будет дамажить. Если мы карту откроем... Угу, ну вот, я как бы уже почти за пределами территории. А куда мне дальше катиться? К этому дракону, видимо. Наверх, сюда. Тут зима. Я сейчас тут сделаю себе сохранение и попробую принять сохранение. Выполню. И попробую пойти в зимний биом, поискать что-нибудь такое, что могло бы меня согреть. О, вот это шерсть, по-моему. Так, модификатор, а ну-ка. Что, будет вырастет у меня шерсть? Не изменится он полностью. Они все стали мохнатыми. Пушистый трибун меньше боится холода. Все, они все стали мохнатыми, да? У всех шерстка появилась. Ну, да, посмотрите-ка. Где там? О, вот мохнатый. Мохнатый зверь. Вот он, мохнатый зверь. Они все у меня стали мохнатые, и мы теперь можем в зимнем биоме более свободно себя чувствовать. А это что такое? Это еда обычная. Гриб какой-то. Это все еда. Так, шерстка нам, в принципе, нипочем. Но мы теперь обезопасены. Так, мне нужен трибун, который у меня такой, такой у нас любит покушать, короче. Это водные. Лед. Так, вот какие-то листья. Сейчас наберем. У нас есть трибум-контейнер. Называемый. Трибум-контейнер. Вот еще растительность всякая. Всякая. Но лидерство я себе тут не улучшу, к сожалению уже. Я профукал то счастье. Я больше не могу его раздобыть. Значит, делает трибума ярким, блестящим. Чё, радужная кожа. Кто-то еще ее использовал? Что произошло? Я не понял. Тут уже выход за территорию. Но тут нам делать, по-моему, нечего. Значит, нам нужно двигаться к этому существу. Тут какая-то вода вообще. Здесь мы были. Здесь, значит, были эти самые улучшения. Одно яйцо я нашел, вырастил. У меня лидерства не хватает. Я его не качнул. Пушистый ребун. Меньше будет скол. Да, я понял. А что происходит? Они сами это, что ли... Так, пушистый трибун. Так, а вот пушистый монстр. Ага, понял, что это за монстр. Нам с ним связываться не надо. Что за растение? Не могу. Он идет за мной? Нет. Хорошо, карта. Что у нас по карте? Куда я ушел? Ну, мы идем вдоль этой линии. Специально, чтобы ближе быть к тому существу огромному. Нам нужно сейчас двигаться обратно к этому. К большому. Слушайте, а тут где-то было... Здесь же где-то была пещера. Радужная кожа. Подождите, они сбрасывают, когда они выходят? Кожу сбрасывают, когда они выходят из зимнего биома и наращивают ее, когда заходят? Я правильно понял? Так, бассейн. Бассейн. Существо ледяное. А, подождите-ка, я... Ага, я вспомнил. Я ушел с той локации. Блин, черт, я ушел с той локации. Куда мне бежать теперь? Вот в ту сторону покатились. Еды не очень много. А, вот я вижу этот маяк. Темно-маяк. На вышку. Так, сытость есть какая-то. Котимся. Котимся. Что такое? Энергии не хватает? Котимся. Не успеешь, что ли? О-о-о! Только не погибель. Я так еще молод. Трибумы, живите. Жух. Я должен успеть. Трибумы за мной. Трибумы. Давай, катись. Быстренько. Чуть-чуть осталось. Оно меня сейчас сожрет. Есть. Сюда быстро, трибумы за мной, сейчас погибнете все. Сюда быстрее. Бегите. Все сюда. Только не говорите, что вы погибли там все. Вау.
Что это за странное существо из плоти и металла? Трибуны почувствовали древний далекий ужас, словно вспомнили собственное уничтожение. Что-то не так с этим существом. Мои трибуны на месте, все? Все спаслись? Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, пять и было. Так, какое-то существо непонятное. Ну, похоже на какое-то роботизированное... Роботизированное какое-то существо. Грибы, подожди. А, его есть? Так, что это за грибы? Вот эти, открой. Может, существо проснется от громкого звука. Сейчас, подожди, тут грибочки подхаваю. Громкий звук. Ну, мы можем подудеть. Вот, пожалуйста. Сейчас тебе мой... Мы вначале тебя рассмотрим. Что ты такое? Человеческий организм, смешанный с машиной. Зеркальце. Оно спит. И рука человеческая какая-то, как будто бы гараж. Ох и дикая вещь. Ох и дикая. Ну давайте подудим. Фары включились. Так. И что? Эй! Ой! Ой-ой-ой-ой! Что-то оно на таран всех берет. Куда? Куда пошло? Зажатые со всех сторон глубокими карманами и ядовитым газом, трибумы должны были найти способ сбежать от этого чудовища. Вероятно, может как-то использовать вес существа, чтобы опустить мост? Кажется, моих трибумов дамажит. Какой еще мост? Куда его затянуть? Ауч, ауч. Что происходит? Я какую-то штуку нашел. А, что происходит? Модификаторы снимаются. Он что-то сломал. Мои модификации все с ним поснимались. А почему? Я что-то начудил не то. Пошел, иди отсюда. Я туда отхожу, короче. И что, мост опустился? Мои модификаторы все попадали. Итак, это, может, я мог этого избежать? Жесткий желтый свет сжигал способность трибуму одну за другим. Одну за другой. Ага. Старейшина предупредил их о злом свете слуг цилиндра. Теперь они знают, про какое существо шла речь. Короче, я без способности остался полностью, да? Так должно было быть по сюжету. Я не хочу их просто лишаться. Давайте хоть что-нибудь. Эх. ПП-шку восстановил. И что-то модификацию какую-то сделал. Хотя бы воду буду перерабатывать. Так, это что такое? Это еда. Кашляет еще. Так, это цвет. И что, какая у меня это самая? И мы потеряли способность. Значит, мы тут... Угу. Это что такое было? О, это механизм. Мост мы прошли. Вот там это существо с машиной своей дикой. Буяет. Буяет вовсю. Воду перерабатывать мы можем. Что? Вот меня тут боятся. Так, иду тут какой-то... Это, по-моему, было съестное семечко. А, это вода. Это уже все воду перерабатывает. Ну ладно. Давайте посмотрим на карту. Какую мне сторону бежать? Вот я лицом поверну туда. Ой, крутичек, он что, находит? Какой, пытается найти какой-то путь? Какие-то лучи. Ну, идем к этому лучу. Я теперь даже подудить не могу. У меня заметили, кажется. Так, уходим. Вот какой-то луч яркий. Ну-ка, иди сюда. Ай-яй-яй, меня преследуют. Прокатимся чуть-чуть. Баба. Я нашел какой-то пузырь. Верните мне мои способности, негодяи. Может быть, мы как-то их вернем попозже? Что это за... Взаимодействовать. Взаимодействую. Что это такое? Какой-то кружочек. Cloud Trib Dead. Так, что это такое? Святилище Возрождения. Эти особые руины, разбросаны по всему миру, позволяют вам размещать и возрождать в них своих трибумов. Размещение трибума может пригодиться, если в вашей команде больше нет мест.
но вам бы хотелось использовать одного из трибумов позже. Хм. У возрождения павшего трибума есть своя цена. Она зависит от того, сколько у трибума было мутаций на момент смерти. То есть я что... Так, вступив на странное устройство, трибумы пробудили древние воспоминания. Вспоминания о давно минувшем, когда еще стояли города их предков, когда война против цилиндра еще не была проиграна. В те дни очень умный трибум нашел способ обмануть цилиндр, похитив часть его силы, питав ее и преобразовав. Таким образом, трибумы могут оживить своих павших друзей или отправить кого-то в тайное укрытие. И с помощью этого устройства была создана связь, был открыт путь к голосу, что говорил с ними. Так, 20 камушков. И, допустим, я могу учок. Enter. Племя. Облако. Смерть. Ну и мне пока что даже некого туда... Ложить, класть. О, попрыгун. Мы можем у него попытаться как-то выглядеть сельчика, да? Хотя бы прыгать смогу. Модификация, прыгунчика. Так. Ой, упала вниз сельчика, к сожалению. Так, и что мне теперь без модификаций своих делать? Так это, по-моему, нехорошие существа. Они на меня нападали, я помню. Два, надо подкрепиться. Ой, нападает. Уходим. Плюс вода. Вода. Можно сделать модификацию ласт. Рыбку съесть, типа. Сейчас я съем, освобожду себе эти грибы. Так, все, объелся. А ну-ка, подожди. Иди сюда. Так, это у нас... Ага, я его целую. ХП у вас наловил все. О, некоторые даже... А что, им холодно? Плавает еле-еле. Рыбу ешь. Модификация рыбная. Идем наружу. Мы себе сейчас лапти сделаем. Мы быстрее переплывать могли это все. Между пальцами прыгать там что-то. Так, хорошо. Так, что-то уронило. И рассеялось, да? Из воды могу выпрыгивать с помощью лапти лучше. Так, ну в воде понятно, лапти можно насобирать себе. Модификацию лапти. Тут можно сейвить своих трибумов. Желтые фонари уничтожают модификации. Понятно. И я не мог никак там желтые... Не, да можно было, наверное, модификации сохранить. Он двигается, прожектор иногда уходит. Я же не знал. Я все потерял модификаторы свои. Может загрузиться? Может мы еще найдем эти все... А какие у меня, по сути, были важные модификации? Шерстка у меня была. Раскраска у меня была. Что еще такого было хорошего? Это вроде бы так. Вот это что я мог перерабатывать ресурсы. Так, а куда я вообще бегу? К этому обратно мосту вернулся, да? Карту мне бы хотелось посмотреть, что я тут бегаю. Это просто сохранялка, чтобы дальше переместиться. Ну, мне кажется, что мне надо загрузиться. Попытаться пройти это и не потерять свои способности. Я же не знал. А ну попробуем загрузить. Автосохранение, контрольная точка. А ну-ка, принять. Там, где, короче, мы появились возле этой машины, мне кажется, будет выгодно мне. Я теперь уже понял, что как нужно сделать. Контрольная точка. Где я? Ага, нет, это мне не подходит. Мост. Поднят уже. Также карта. Где я? Ну, мне это не подходит. Загрузить. Контрольная точка. Предыдущая контрольная точка. А ну, предыдущую попробую.
Я надеюсь, что как раз перед тем, как я буду с ним беседовать, с этим монстром, я хочу его как-то одурачить. Все равно не подходит. Ручное сохранение. Принять, а ну-ка. Я ручным сохранением, я сохранялся перед тем, как с ним, как дудеть, по-моему. А ну-ка, посмотрим. Я? О, мои три бомбы все. Так, ай. Ручное сохранение. Бассейн. Шерстки у меня еще нету, да? А, я сохранился перед тем, как пойти в зимний этот биом. Все, я запомнил. Берем, значит, шерстку себе и юзаем ее для своих существ. Так, ну я теперь понял, что мне надо на пушистый. Они будут пушистик свой пушистость включать тогда, когда теперь надо будет. Так, здесь мы войти, к сожалению, не можем. Это я профукал. В храм, значит, заходить один раз только можно. Это я запомнил. Теперь мне нужно стать максимально близко к этому вот... И тут пересечь границу вот, максимально близко. Переработку на воду собираем. Вот, тут сейчас быстренько докачусь себе спокойно. По идее. Пожди-ка, это что? Это колыбель-то для выращивания яйца? Или что это такое? Колыбельку для выращивания яйца. Ну, только я и так не могу. У меня нету лидерства, чтобы больше их с собой нести. И нету возможности больше их собирать. Ладно, покатились к этой точке. И там сейчас сделаем ручное сохранение. А я разве я не сделаю? Почему я тут не сохранился? Оп. И сюда. Все три бума должны успеть сбежать. Так. Теперь. Я нажал? Нажал же ведь? На кнопочку. Надо подкрепиться. Вот это существо. Мне нужно сохранить игру, подудеть. И тут надо бы тоже все поизучать. Может быть, тут какие-то важные додудения, можно какие-то важные штуки себе найти. Very, very wrong. Подожди, не спешим с ним дудеть. Этот, который меня сжирает. Да, тут может что-то есть, тут тоже важное. Может, этот мост можно как-то опустить саморучно, своими руками, и не париться. Так, подожди, в любом... Громкого звука, да. Давай сделаем свое ручное сохранение, когда мы здесь. А разве я так не делал? Это же было бы необдуманно с моей стороны. И вот этот механизм, который нам поможет мост. А это вот нас дамажит? Нет, может какие-то растения. Так, идем пофармим чуть-чуть. Еды. Контейнер набьем. Надо его разбудить в общем. И как-то это пройти, не попадаясь на вот эти желтые штуки. Я же не знал. Я не знал, что желтые огни забирают у меня способности. Куда я мог это знать? Никто не сказал. Потом, когда я уже мост перешел, меня об этом уведомили. Так, где мне дудеть? Кто-нибудь, кто может дудеть, нужен?
Ну-ка, саму выбирать рукой. Фиолетоглаза. Ну-ка, попробуем. Даже сейчас, когда немножко подсобирал себе ресурс. О, я не могу сохраняться уже. Так. Ай, пнул меня. Так, уходим. И у меня способность, кажется, одну захитил он. Он фарами своими светит. Trapped on all sides by deep pools of poisonous gas, the Trebum needed to find a way to escape this monstrosity. Ну да. Perhaps there was a way to use the creature's own weight to lower the bridge. Где он? Он своими фарами сейчас меня сожжет. А, все равно сбивает. Как бы ты ни пытался тут, он все равно собьет их, да? Понятно все. Бам-бам-бам. Еще и поубивает сейчас мою трибумочку. Ну капец какой-то. О, я еще и вниз свалился. Ёперный. Сейчас задохнусь. Трибумчик, живи. Еще хуже, чем было, сделалось. Еще хуже. Загрузить 1 минуту назад. Еще хуже. Короче, тут фактически нереально со способностями своими выжить, я так понял. Но я попробовал, мне было интересно. Так. А, автосохранение. А я могу загрузить, типа, чтобы я был уже на контрольной точке. Да, могу. Мне придется, скорее всего, искать себе новые способности. А, новые способности уже на другом том острове. А, не, у меня даже так... Автосохранение уже перешло на этот, в эту степь. Так, надо его разбудить. Ладно, пробуем. Да как его сюда заманить, чтобы он тут нас фарами не засветил? Чтобы он там не сломал все. А ты кто такой вообще? Что за лизунчики? Trapped on all sides by deep pools of poisonous gas, the Trebum needed to find a way to escape this monstrosity. Perhaps there was a way to use the creature's own weight to lower the bridge. За мостом спрячусь как-то. Вот он едет. Ну, сейчас там как-то доберется ко мне, если тут спрячусь за камнем. Хитренько. А ну-ка, едет. Трибумы, прячьтесь. Где вы? А, его там сжигает. А он не идет туда на мост. Просто сжигает моих друзей. Нет, хотя перерабатывальщика сохраните. Иди сюда. Он сжигает им способности все. Лимузин. Вау. Смотри, все, тупо все способности им жжет. Мост хоть опустил. Еще и пинает моих трибунчиков. Живите, друзья. Лапки. О, я хотя перерабатывальщика, по-моему, сохранил. А, ну тут сейчас, короче, по-моему, у меня желтый свет. One by one, the yellow light cruelly burned away the Trebum's abilities. Yellow light. The elder had warned them about the evil light of the cylinder's servants. Now they knew what kind of creature to avoid. Нет. О, спас способность одну. Перерабатывать ресурсы. Так, что это такое было? Ну, и сколько вас же выжило, ребята? Ну, вы голодные, я вижу. Очень. И у меня нету того трибума, который, короче, этот самый, с контейнером крупным таким был. Я не помню даже, какой камень мне это дело улучшал. Но я понял, что, ну, короче, что эта локация, походу, меня только вот этим спасет. Что, типа, ты можешь тут оставлять себе трибумов, сейвить. Потом их как-то восстанавливать. Контейнеры контейнеризировать. Тут можно яйцо вырастить, кстати. Можно трибума оставить одного. Но тут больше ничего, по сути, нету, кроме этого яйца. Я больше ничего не наблюдаю. Ну, какие-то модификации. Можно найти такие самые базовые. Еда. Какие базовые? Типа плавать, ласты можно им сделать всем. Ну, будем делать, короче, будем развиваться. Сейчас что? Ну, просто, чтобы у меня было уже как бы сохранение с этим, все разъяснилось, с этим яйцом сохранения, вот этим вот синим. С ним тут надо повстречаться, чтобы у меня как бы уже прошло. Я понял, что это такое. Я уже осознал, что это такое.
Я понял примерно, как оно работает, но еще ни разу не тестир... не, именно не брал его на вооружение. When the Trebum stepped on the strange device, можно сохранять эту ручку. Понятно. Хорошо. Пока что серию тогда завершаем. Потеряли много способностей. В следующий раз нам нужно будет отправляться, по идее, уже вот тут. Это сразу два будет их активировать. Вот этот и вот этот. Но я хочу ласты себе сначала взять, активировать всем ласты. Так, это все to a hidden place. Так, and it was also by this device that a link had been forged, and a path had been opened to the voice that spoke within them. Толстяка сделал, вместо того, чтобы перерабатывать. Ну, толстяк мне тоже нужен. И, наверное, мне толстяк бы пригодился бы не один, а даже два таких с контейнерами крупных. Надо себе такого толстяка бы еще одного найти. Было бы четко. Так, это у нас что? Ресурсы на переработку. О, толстяк. Вот он пускай себе собирает то все, всю еду. Контейнер с едой. Все, ребята, на этом видос подошел к концу. Будем что-то модифицировать с ластами, думать, наверное, для прыжка из воды. И потом отправимся с вами уже по сюжету. Вот сюда, к этому существу. Не знаю, как мы будем его размораживать. Или что там с ним надо делать. Он какой-то ледяной, походу. Все. Увидимся в следующем видеоролике. Это была игра под названием The Eternal Cylinder. Всем пока-пока.